Итак, всем привет, дорогие друзья, и здесь у нас такая вот новость, однако, новость, прямо новость, новость. Крупнейшая торговая онлайн-площадка AliExpress празднует семилетие свое. Свой день рождения интернет-магазин решил отметить масштабной распродажей, которая состоится с 28 по 30 марта. К праздничной акции решил присоединиться и бренд Кубот и дарит скидку на 6 различных смартфонов. Примечательно, что в рамках распродажи модель Кубот Rainbow 2 с двойной камерой и Android 7.0 будет стоить менее 4000 рублей. Помимо сниженной стоимости устройств, компания Кубот предложит подарочные купоны, которыми можно будет воспользоваться во время праздничной акции. Кубот Rainbow 2 обзавелся 5-дюймовым IPS-дисплеем с 2,5D стеклом и разрешением 2280 на 720 пикселей. За производительную работу модели отвечает 4-ядерный процессор MediaTek MT6580A с тактовой частотой 1,3 ГГц и графический ускоритель Mali T400. Особенностью смартфона стала двойная камера, которая состоит из модулей на 13 и 2 мегапикселя. Благодаря такой оптике можно экспериментировать с фокусировкой объектов на снимке, применяя эффект размытого фона. 5-мегапиксельная фронтальная камера с мягкой светодиодной вспышкой, вне зависимости от качества освещения внутри или снаружи помещения, обеспечивает создание четких и ярких фотоснимков. Смартфон также дополнили 1 гигабайт оперативной памяти, как бы не очень много, и 16 мегабайт, то есть гигабайт встроенной памяти. При необходимости для большего удобства пользователя можно расширить объем встроенного хранилища карты microSD объемом до 256 гигабайт. Кубот Rainbow 2 оснастили аккумулятором на 2350 мАч и двумя слотами для сим-карт. Как-то маленький, однако, аккумулятор. Кубот Rainbow 2 в корпусе толщиной 7,9 мм доступен в 5 расцветках. Красный, синий, белый, черный и золотой. Смартфон заручился поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и оснащен акселерометром. Датчики приближения и освещения также присутствуют. Вот такие вот делишки.